Малышич! Малышич! Роза Умбеткалиева третий год ухаживает за сайгаками в единственном в Казахстане специализированном питомнике. В ее обязанности входит ежедневное кормление животных. Основной рацион – сено и зерно. Каждого из 15 сайгаков Роза знает по именам. Майя, Женес, Альфа. Кызгалдак, в переводе с казахского тюльпан, молодая самка, появившаяся на свет в питомнике. Она единственная, кто так близко подходит к человеку. Остальные так и не привыкли к двуногим. Чебанская точка Волжанка находится в 150 километрах от Уральска, в Таскалинском районе Западно-Казахстанской области. Только здесь, в Казахстане, можно увидеть сайгаков вблизи. Одним из основных направлений наших исследований является это взаимоотношение животного и человека. Это очень важно, тем более, как говорится, сайгак – это одно из животных, которое не поддается как бы приручению до сих пор. То есть нет примера, что, например, сайгак, он может как бы человек приручить его. Ну, например, там, допустим, там, овцу или еще какие-то другие животных. Даже многие дикие животные, они легче приручаются, то есть они, поведение у них как бы более меняется быстрее положительную сторону по отношению к человеку. Но такого, например, по отношению к сайгакам до сих пор не наблюдается. Последние два года проект поддерживается силами местного агротехнического университета имени Жангирхана. В центре сейчас содержится 15 взрослых сайгаков, которых обслуживают 5 сотрудников питомника. Начало 2017 года финансирование приостановлено, и пока решаются вопросы финансирования. Кроме этого университета, ни одна организация, в том числе включая и правительственные организации, ни одна организация не финансировала. Данное – это единственный питомник пока на сегодняшний день в Казахстане. То есть проблема у нас состоит острая. И даже иногда поднимался вопрос о закрытии этого центра. В мае этого года в Кустанайской, Акмолинской и Актюбинской областях погибло более 150 тысяч голов сайги бетпакдалинской популяции. В 2011 году в ЗКО погибло более 400 сайгаков, а годом ранее здесь зафиксирован падеж около 12 тысяч особей. Официальная версия гибели животных – инфекция пастереллеза. Уральская популяция сейчас насчитывает около 70 тысяч сайгаков и является самой крупной в мире. С 2002 года сайга отнесена Международным союзом охраны природы к категории CR, то есть это означает вид, находящийся в критическом состоянии. В Казахстане сайга не занесена в Красную книгу. Мораторий на добычу сайги завершается в 2021 году. Санат Урналиев, Азаттык ТВ.